Скандал в благородном семействе. Вся Англия сейчас думает о том, что же такое нюхают королевские охранники. Видео, которое появилось на сайте таблоида Sun, действительно шокирует. Смотрите сами. Для тех, кто не понял, поясню. Все происходит во дворце святого Джеймса. На видео королевский охранник, меч и по этой сабле по нему рассыпает таинственный порошок, который с помощью пластиковой карты превращает в дорожку, которую потом этот самый охранник и втягивает носом. Пока неизвестно, что это за вещество, но все действия, показанные на видео, практически не оставляют сомнений в том, что это наркотик. Причем все происходит прямо во время службы. То есть охранник и королевскую семью оберегает и при этом развлекается подобным способом. Видео пошло в массы по ошибке. Лейтенант, который снимал эти кадры, выложил его в интернет. Ну, а потом, когда осознал, что надел, попросить его тут же убрать, но было уже поздно. По некоторым данным, прежде чем приступить к этой процедуре, охранники уже были на посту на протяжении 13 часов. Да, и вот после просмотра этих кадров выражение «кто к нам с мечом придет», мне кажется, приобретает совсем другой смысл.